В Наринмардоремстрое кадровые перестановки. Алексей Ипатов освобожден от должности руководителя предприятия. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании при главе региона. Какие вопросы волнуют подрастающее поколение? В администрации округа состоялась встреча главы региона и активистов регионального отделения Российского движения школьников. Два семинара и два вебинара. В эту субботу в Наринмаре стартует образовательный проект «Школа бизнеса Ненецкого округа». Лекции проведут ведущие эксперты и успешные российские предприниматели. Здравствуйте. Время новостей на телеканале «Север». С вами в студии Илья Сахаров. Одно увольнение и четыре выговора. Чиновники, ответственные за содержание дороги на Красное, наказаны. О дорожной карте содержания сложного, но важного и стратегического объекта зашла речь на очередном оперативном совещании у главы региона. Глава округа выезжал на дорогу, соединяющую поселок с окружной столицей, 1 мая. Тогда внедорожник Александра Цибульского и еще более десятка автомобилей, на которых из города возвращались жители Красного, застряли в снежных переметах. Более полутора часов потребовалось водителям, чтобы откопать транспорт и продолжить движение. В РЕО губернатор поручил своему заместителю разобраться в ситуации и наказать виновных. По результатам проверки исполняющий обязанности руководителя ДРСО освобожден от занимаемой должности. Исполняющий обязанности руководителя ЦСЗ указано необходимое усиление контроля. Значит, главному инженеру ДРСО выговор, начальнику участка выговор, заместителю директора ЦСЗ Шумилову выговор. У него уже второй выговор, стоит вопрос освобождения от занимаемой должности. И начальнику отдела эксплуатации Добрынин тоже выговор. Заместитель главы региона сообщил, что в дальнейшем акты о выполненных работах по содержанию автомобильной дороги Нарьян-Мар-Красная, на основании которых производится оплата, будут подписываться только при наличии подписи главы муниципалитета. Изменен принцип подписания документов. На сегодняшний день акты об оплате будут подписаны с учетом поставленной подписи главы муниципалитета. То есть повысит наш контроль и понимание, что... Очень правильно, муниципальный контроль – самое действенное. Новая схема повысит качество контроля за исполнением контрактных обязательств подрядчика. Специалисты уверены, что выделяемые на содержание автомобильной дороги средства достаточны лишь для того, чтобы дорога содержалась в проезжем, а не в нормативном состоянии. Татьяна Павловна, по моему поручению, выделяла денег ровно столько, сколько вы запрашивали. Поэтому, если вы это выявили, соответственно, сделайте выводы, сделайте перерасчеты, покажите нам, сколько нам вам надо дополнительных сил и средств для того, чтобы содержать дороги в нормативном состоянии. У нас задача для того, чтобы жители могли нормально ездить по дорогам. И в Красной, и внутри города. Нормативы содержания дороги на Красное пересмотрены. Экспертиза сметной стоимости пройдена. Дорога ждет перемен. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Два вопроса повестки дня рассмотрели депутаты окружного собрания на минувшем заседании постоянной комиссии по социальной политике. Один из них касался санаторно-курортного лечения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Напомню, ранее этот вопрос обсуждался на встрече руководителя регионального отделения Всероссийского общества слепых с окружным омбудсменом, руководителем Департамента здравоохранения и соцзащиты населения НАО, а также представителями поликлиник. Заседание постоянной комиссии прошло с участием представителей общественности. В соответствии с 21-м окружным законом, граждане, имеющие на воспитание ребенка-инвалида, имеют право на получение бесплатных путевок в санаторно-курортную организацию. Первоочередное право на обеспечение бесплатными путевками детей в возрасте от 4 до 9 лет, имеющим 3-ю, 4-ю, 5-ю группу здоровья, санаторно-курортную организацию, расположенную на территории округа, для их лечения совместно с одним из родителей, имея дети в возрасте от 10 до 15 лет, как было уже указано, имеющие 3-ю, 4-ю, 5-ю группу здоровья. Это имеют граждане, которые имеют на воспитание ребенка-инвалида. Первоочередное право закона предусмотрено. В 2017 году на учете для получения бесплатной путевки состояло 180 детей, из них 7 детей-инвалидов. Детский правозащитник Рима Галушина предложил рассмотреть возможность индивидуального сопровождения ребенка-инвалида при санаторно-курортном лечении. С этой проблемой к уполномоченному по правам ребенка в НАО обратилась семья, в которой на воспитании находятся двое детей, в том числе ребенок-инвалид. На обоих детей были предоставлены путевки на санаторно-курортное лечение, но проезд, проживание и питание оплачивается только на одного сопровождающего. Но на сегодняшний момент закон предусматривает только одного законного представителя. Ну, здесь конкретно ребенок с синдромом Дауна, поэтому понятно, что там полностью надо контролировать. И второго ребенка просто невозможно. Он в любом случае поедет по оба родителя.
И получается, что одному родителю нужно покупать дополнительную путевку. Вот здесь все-таки надо рассмотреть отношение этих детей. На санаторно-курортное лечение направляет лечащий врач после оценки состояния пациента, показаний и возможных противопоказаний. Они утверждены приказом Минздрава России. В соответствии с документом из перечня показаний для получения бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение 2 года назад были исключены болезни слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. В прошлом году ни один из инвалидов не получил бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение. Обратился руководитель общества слепых, если им отказывали получение путевки. Причем это шло на уровне нашего медицинского сообщества, хотя по основному заболеванию, то есть по зрению, человеку отказывали, но у человека есть еще и другие заболевания, скажем, кардиология или ЖКТ, или так далее. В информационном письме Минздрава, которое ведомство направило в ответ на письменное обращение окружного профильного департамента, сказано, что получить бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение можно по основному заболеванию, не связанному с получением инвалидности. С этой позиции не согласна уполномоченная по правам человека в Ненецком округе Лариса Свиридова. Мы понимаем, что да, нам можно отправить человека в любой санаторий по сопутствующему заболеванию, но там не будет, например, если потеря слуха или частичная, там не будет аудиометрии. Там не поймут, какой уровень на сегодняшний момент у человека со слухом, и не поймут, как его восстанавливать. Здесь надо отметить о том, что у нас регион, чем еще характеризуется специфика нашего региона, это различные шумовые профессии, которые, например, нефтедобыча, это силовые органы, там, где легко получают травму слухового нерва. И поэтому эти люди уже не смогут рассчитывать на специализированную помощь. Решить эту проблему на разных уровнях пытаются власти региона и правозащитники. Но пока учреждения, выдающие направления и путевки на санаторно-курортное лечение, будут действовать на основании приказа Минздрава. Руководство окружного профильного департамента пообещало довести эту информацию до лечащих врачей. Поэтому со стороны медицинского сообщества проблем с выдачей направлений не возникнет. Другой вопрос, как эти путевки будет выдавать фонд социального страхования. Работники учреждения здравоохранения могут определить основное заболевание. Вот. Если эта справка будет подписана 070, нам предоставлена, то мы гражданина отправим, но для лечения основного заболевания, которое будет указано лечебным учреждением. То есть если у него заболевание глаз или ухо, а ему поставят заболевание опорно-двигательной системы, то мы его отправим лечиться по опорно-двигательной системе. Здесь, к сожалению, отправить на лечение основного заболевания, так скажем, да, мы не сможем. На заседании постоянной комиссии окружного собрания депутатов было принято решение рекомендовать администрации округа направить обращение в правительство страны с просьбой внести изменения в приказ Министерства здравоохранения с учетом интересов людей с ограниченными возможностями здоровья. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Строительство школы в поселке Искатели, льготы для студентов, социальная поддержка многодетных семей. Эти и другие вопросы окружные школьники смогли лично задать временно исполняющему обязанности губернатора Ненецкого округа Александру Цибульскому. Встреча главы региона с активистами регионального отделения российского движения школьников прошла накануне в администрации округа при участии представителей департаментов образования, культуры и спорта, здравоохранения и социальной защиты населения НАО. Круг вопросов, который волнует представителей регионального движения школьников, отнюдь не детский. Один из них – строительство школы в поселке Искателей. 21 мая уже будут подведены итоги, будет на конкурсе выбран подрядчик, который будет приступить к этой работе. И, наверное, практическая стройка начнется со следующего строительного сезона. И в 2022 году по контракту она должна быть уже завершена. Там сложное строительство с учетом того, что мы не можем остановить учебный процесс. Поэтому будет сначала построен один корпус, переведены дети, потом достроен второй. И вот этот весь комплекс должен до 2022 года сделать. К сожалению, вы, видимо, уже выпуститесь из школы и сможете из института приехать посмотреть на новую школу. Также искательские школьники спросили главу региона, планируется ли в поселке строительство Дома культуры. Дом культуры, находящийся в поселке Искателей, закрыт с 2015 года, что сугубо сказывается на творческом развитии детей. Я сам, как будущий актер, это понимаю. Будут ли предприниматься меры? Ведь детям нужно где-то себя проявить и показать. А позволить платные занятия в ДДТ некоторые себя просто не могут. Решение по этому вопросу будет приниматься в следующем году. По Дому культуры сейчас нет решения. Вот, на мой взгляд, сейчас есть очень много вопросов, которые с точки зрения их важности стоят впереди Дома культуры Искателя.
Это и необходимость переселения из аварийного жилья, это необходимость строительства достройки сейчас школы в поселке Индиго, которая стоит и из-за того, что были приняты там те или иные решения, сейчас практически в разрушающемся состоянии, необходимость постройки школы в Нельминосе. Это вот те приоритеты, которые были определены. Вот у нас сейчас на это денег хватает, мы это сделаем. Ребята из первой и третьей школ попросили выделить средства на музыкальную и радиоаппаратуру. Школьница из Красного Катрина Тайбарей подняла актуальный для всех жителей поселка вопрос про дорогу в Нарьян-Мар. Мы можем на базе нашей школы проводить какие-то массовые мероприятия. Допустим, слет РДШ, слет ученического самоуправления, научные конференции. Но нам мешает это делать плохая дорога. Ну, вы уже убедились, да? Не моя заслуга. По словам Александра Цибульского, капитальный ремонт дороги планируется провести в следующем году. В этом году администрация округа совместно с Заполярным районом прорабатывает вопрос перевозки жителей речным путем. Мы будем, значит, ее, естественно, улучшать с точки зрения ее перевода в другую категорию, для того, чтобы она стала уже там дорогой полноценной, нам потребуется время. Там больше миллиарда рублей, если не брать мостов, надо будет. Поэтому в этом году основные там сложные участки мы постараемся, значит, подделать. Ну и в планах, конечно, будем эту дорогу делать. Может быть, вот есть идея в этом году еще запустить сообщение по реке, которое было, ну, для того, чтобы хотя бы там группа детей, вот, то, что сегодня практически нельзя по дороге делать, с учетом того, что она пятой категории, там нельзя перевозить детей. Российское движение школьников – общественно-государственная детско-юношеская организация, которая занимается развитием и патриотическим воспитанием школьников. Школы Ненецкого округа вступили в движение в сентябре 2016 года. Сейчас в нем участвуют почти 2000 учащихся из 12 школ округа. Организация активно сотрудничает со структурами власти, а также с Центром молодежной политики округа. Финансирование движения осуществляется из окружного бюджета. Что радует, у нас ребята принимают участие во всероссийских мероприятиях. Хотелось сказать вам о том, что сейчас у нас был конкурсный отбор на всероссийскую смену в ВДЦ «Орленок. Шаг будущей страны», где у нас прошли две наши участники. Это Сварбова Оксана, ученица школы «Активистка», ученица школы поселка села Великовесочная, ну и Лучистка Екатерина. Активисты школьного движения, которые не смогли приехать из сел Ома и Несь, задали видеовопросы главе округа. В завершение встречи глава региона предложил школьникам проводить такие мероприятия чаще, хотя бы раз в квартал. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Итоги реализации окружного проекта «Образование для населения, ведущего кочевой образ жизни» и планы его развития в 2018 году обсудили в четверг в Нарьян-Маре участники оргкомитета по проведению года оленеводства в НАО. Также на заседании обсудили планы по проведению мероприятий, связанных с просчетом и вакцинацией оленей в летний период. Реализация традиционного проекта «Кочевой детский сад» будет продолжена в трех оленеводческих бригадах Ненецкого округа. Хозяйство базируется в селах Несь и Ома, а летом кочуют на западе округа, на полуострове Канин. Финансирование проекта реализуется в рамках программы «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера» в Ненецком автономном округе. В него входит оплата труда педагогов, каюра, аренда оленей, грузовой упряжи, организации питания, приобретение расходных материалов, в том числе палаток, спальных мешков, канцелярских товаров и развивающих игр. Максимально все расходы предусмотрели совместно с департаментом региональной политики, то есть с отделом КМНС отработали тесно, поэтому все нюансы отработаны, опыт, конечно же, тоже проанализирован. И также в этом году, пока у нас этих средств нет, но должны подключиться за рубеж нефть, которые планируют выделить средства, а мы уже, в свою очередь, планируем приобрести дополнительное оборудование. Это ноутбуки с программным обеспечением и планшеты для детей. Торги на организацию кочевого детсада в 2018 году будут объявлены в мае. Планируется, что все оборудование и педагоги прибудут в тундру в начале августа. Кстати, в настоящее время департаментом проводится работа по подбору кадров из числа студентов социально-гуманитарного колледжа. Еще один актуальный вопрос, который обсуждался на заседании – проведение летней кампании по просчету и вакцинации оленей. Целью обеспечения потребностей оленеводческих хозяйств в ветеринарных препаратах необходимо для лечения профилактики основных заболеваний в оленеводстве. Это туда входит заболевание лектобактериоз, паразитарные заболевания вместе с подкожным выводом, легкие инфекции.
бюджете округа на 2018 год присмотрено 2 900 000 рублей. Это на 215 тысяч рублей больше уровня прошлого года. На сегодняшний день средства получены, препараты большей части закуплены и направлены в хозяйство. Напомню, оленеводческие хозяйства округа проводят просчет и вакцинацию оленей 2 раза в год – весенний и осенний период. На доставку медикаментов и работников к местам проведения коральных работ потребуется порядка 8 миллионов рублей. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север». В Нарьян-Маре с 12 по 17 мая будет работать школа бизнеса Ненецкого округа. Это федеральный образовательный проект для начинающих и действующих предпринимателей, разработанный деловой средой от Сбербанка совместно с Фондом поддержки предпринимательства и Центром развития бизнеса НАО. Участие в проекте бесплатное. В программе проекта 2 семинара и 2 вебинара от ведущих экспертов и успешных российских предпринимателей. Участники школы бизнеса узнают, как построить долгосрочные отношения со своими клиентами, как упорядочить и взять под контроль финансы компании, какие есть инструменты по оценке эффективности работы сайтов и рекламных кампаний, какие способы привлечения клиентов из интернета существуют и как выбрать лучший способ для своего бизнеса, а также многое другое. В субботу 12 мая с лекцией выступит Александр Яковлев, руководитель коммерческих проектов дирекции образовательных программ акционерного общества «Деловая среда». В воскресенье 13 мая семинар проведет Кирилл Шишлов, основатель компании «Take Out Marketing», эксперт по интернет-аналитике и привлечению клиентов в интернете. Оба семинара пройдут во Дворце культуры «Арктика». Отмечу, что для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте dasreda.ru. Активную ссылку на него можно найти на официальном сайте администрации НАО. Добавлю, что на участие в образовательном проекте «Школа бизнеса Ненецкого округа» уже подали заявки 45 представителей бизнес-сообщества региона. Такова была информационная картина к этому часу. Смотрите наши новости, оставайтесь в курсе событий. До встречи в эфире.